Пожар в автомобиле – одна из самых опасных ситуаций, которая может произойти. Ведь внутренние детали авто и обивка салона сгорают достаточно быстро, за считанные секунды. Из-за чего загораются машины и, главное, какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы этого не произошло. Разберемся вместе. Довольно распространенной причиной пожаров в автомобилях являются возгорание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Бензин, дизельное топливо, моторное масло, трансмиссионная и даже охлаждающая жидкость при определенных условиях моментально загораются. Всегда будьте, как говорится, начеку. Если при запуске двигателя или во время движения вы почувствовали характерный запах бензина или масла, немедленно остановите машину и откройте капот. Опасные утечки масла или топлива хорошо видны невооруженным глазом. Если под капотом вашего автомобиля появилось жирное масляное пятно, у автомобиля серьезные проблемы. Продолжать движение небезопасно. Попадание горючей жидкости на разогретые элементы двигателя может вызвать сильнейший пожар. Он развивается молниеносно, справиться с ним крайне тяжело. Очевидный совет. Как только вы узнали о проблемах в своем автомобиле, немедленно отправляйтесь на СТО, где работают квалифицированные мастера. Причиной возгорания автомобиля может стать и неисправная электропроводка. Со временем изоляция провода может потрескаться или контакт в месте соединения окислиться. Все это может привести к короткому замыканию, перегреву и воспламенению проводки. Автомобили могут загореться и из-за неправильной установки дополнительных электроустройств, к примеру, сабвуферы, магнитолы или устройства подогрева сидений. Самостоятельно делать этого не стоит, доверьте это дело специалистам. Возгорание из-за проводки сложно предсказать, а проверить всю электрику достаточно проблематично. Следует знать, что сбои в электронике автомобиля, мерцание световых приборов, характерный запах паленой пластмассы или случаи самопроизвольной разрядки аккумулятора – признаки опасной ситуации. Профилактика проста, периодическая диагностика электрики у специалистов, особенно перед началом холодов. В зимнее время особо изобретательные автолюбители накрывают свой мотор одеялом либо старой курткой. Так он быстрее нагревается и медленнее остывает. Такой способ обогрева тоже может стать причиной пожара. Такое одеяло со временем может напитаться парами бензина, и тогда оно уж точно вспыхнет вместе с автомобилем. Если ее утеплять, то только специальными теплоизоляционными средствами. Если, конечно, завод-изготовитель гарантирует их полную безопасную эксплуатацию. Решать вам. А о непотушенной сигарете в машине говорить не приходится. В автомобилях курильщика риск пожара гораздо выше. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров в автомобилях становится сам человек, вернее его беспечность. Помните, что любой пожар намного проще предупредить. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности. Огнетушитель – самое надежное средство для ликвидации возгорания в автомобиле на начальной стадии. Лучше всего приобрести порошковый или углекислотный огнетушитель емкостью не менее 5 литров. Главное в предупреждении автопожара – исправное техническое состояние вашего автомобиля, поэтому необходима регулярная его проверка и диагностика неисправностей. Будьте осторожны и удачи на дорогах!